Здравствуйте, друзья! У нас в студии гость. Как писали когда-то в рекламе ресторанов, там, потому что у нас музыканты говорят, полюбившаяся всем группа, там такая-то вот у нас полюбившаяся всем Танечка, она так скромно сидит, типа это к ней не относится, но вот последний раз мы снимались, сколько прошло? Может, год. Годик. С лишним. Вот. Годик. В таком возрасте годик, друзья, это большое дело. Это не то, что вот там у дедушек каких-нибудь годик там и не поймешь ничего. Вот. Я напомню, что Таня, вы мне поможете сейчас с хронологией. Значит, вы выиграли грин-карту в 16 лет. Так. В США вы въехали, сколько вам было? 17. Ну, 17 где? Ближе к чему? Ближе к 18. Так. Вы закончили школу когда? Мне было 18. Нет, ну подожди. Школу вашу выбрали? Нет, среднюю. Мне только исполнилось 16. Я понял. То есть, когда вам исполнилось 16, вы закончили школу, интервью проходили в посольстве, уже закончив школу? Да, да, конечно. Это требование, это важно. Да. Я тогда для себя понял, что не важен возраст, а важно, закончил ты школу или нет. Потому что если ты закончил школу в 12, то, наверное, можно и в 12 играть. Да, то конечно. Есть запрета нет. Хорошо. Английский вы знали немножко? Да, я очень много занималась. Особенно, когда узнала, что выиграла. Там еще был целый год до самого отъезда, минимум. Поэтому у меня было достаточно времени. Я помню, что вы уехали с середины второго курса какой-нибудь прикладной математики, наверное. Да? Да, да. Только я не помню, какое было учебное заведение. ДОН НТУ. ДОН? Донецкий национальный технический университет, насколько я помню. Окей, то есть реки Дона там не было, а вот просто нет, слово Донецкий, Донецк. Да, Дон. А там какая-нибудь река, наверное, есть Донец или что? Не спрашивайте меня. Понял, и не надо. Да, хорошо. Значит, учились вы полтора года, приехали к нам. Жили там в общаге, да, там с румейтками? Да, я поначалу жила с румейтами. Они меня приютили и продержали, пока я не сбежала. Если вы, друзья, захотите так исторически заглянуть вглубь процесса, то стало быть 3 года назад, да? В каком месяце вы приехали к нам? Я приехала в феврале 22-го. Вот так уж, в феврале 22-го февраля. 20-го. Ну, неважно, или 20-го. У нас будет 4 года. Как Таня приехала в Америку. Ничего себе делов. Приехала Танечка. Ей всего-то было 17 лет, еще 18 не было. 18 ей исполнилось в школе. Да. Вы кто по гороскопу-то? Рыба. А, то есть вот буквально где-то сейчас, да? Угу. Весной где-нибудь. Да. Хорошо. И пошли вы, напоминайте, значит, вы пошли работать, вы на интерншип пошли, наверное, да? Да, я пошла на интерншип через 2 месяца. После начала школы. Так. И после этого, год проработав на интерншипе, по-моему, меня взяли на фулл-тайм. То есть сначала вы были там пару месяцев практикантом, там платили денежку какую-то? Да. Потом вы были типа консультант какой-то, на, может быть, даже большую денежку? Меня взяли сразу интерном и держали интерном год. То есть у вас должность была интерна? Да. Ничего себе. Это необычная компания ручку, была. Но ручку золотили или так? Ну, не очень часто, да. Но... На жизнь хватало? Да, хватало. Хорошо. Через год вы в другую компанию пошли? Да, через год с половиной где-то. Через полтора года перешли в другую компанию. Перед, вас да. Какие-нибудь знакомые переманили или вы так пошли сознательно искать работу? Я пошла сознательно искать работу. Как там на рынке? Но в этой компании была знакомая, так что оба. То есть можно совпало. Сказать. Да, совпало. Хорошо. Значит, вы с тех пор еще меняли или вы так вот в той компании работаете? Нет, я в той компании работаю. Но вы растете, в смысле, там, не знаю, да. Что там, должность, зарплаты, там как-то? Да, да. Эта компания очень щедрая. Очень комфортная, щедрая и очень много чего можно научиться. Но вы там не самая маленькая? Самая маленькая, насколько я помню. Все еще. Хорошо, но они к вам относятся как по-взрослому или все? По-взрослому, не все знают, насколько я маленькая. Окей. Хорошо, так давайте мы профессионально посмотрим. Вы
Что вы вообще делаете? Вот как бы ваши наиболее такие заметные технические достижения. Вот чего вы умеете такого делать крутого? Ну, я продолжаю работать с автоматизацией на Java. И сейчас то, что мне очень нравится, это работать, тестировать, настраивать, в общем, работать с Big Data. Вы еще и с Big Data? Да. Так. И это одна из major основных вещей, которые мне применили в этой компании. И причина, по которой я пока что еще остаюсь в этой компании. Hadoop какой-нибудь? Да. Hadoop, Spark. Очень интересно. Это очень близко. Но это глубоко вообще, это не просто не шутки. Это очень сложно. Это очень сложно и очень интересно. И это очень близко к machine learning. Они очень тесно связаны. И у меня всегда был интерес к этому. Поэтому... Machine learning. Да. Ну хорошо. А вот если бы вы, допустим, ну вот так, пришлось бы искать новую работу, например. Вот пришлось. Что бы вы стали искать? Вот снова Big Data или вот какую-то более крутую автоматизацию, или, может быть, вообще в программирование пошли бы? Я уже пыталась пойти в программирование. И в моей предыдущей компании я уже стала программистом, только они не поменяли мой тайтл. Мне нужно было остаться еще там 3 или 4 месяца, и они бы поменяли мой тайтл. Но так сложилось, и я решила не ждать. Они не очень... Не всегда очень хорошо со мной обращались, поэтому решила лучше уж пойти в другую компанию. Вот так, друзья, в Америку-то приедешь, а с тобой не Нет, всегда. Нет, это уже на профессиональном уровне, не то, что они меня обижали физически. Просто по профессиональному уровню. Пугает-то. Хорошо, значит, то есть как Но бы... это было тогда. Сейчас, после того, как я начала работать с Big Data, я не хочу уходить с этого field. Подождите, field, но вы все-таки тестируете. Да, я тестирую. Но при этом вы кодируете. Да. То есть вы не... Хорошо. Но вы не хотите именно программистом стать? Есть такое. Но приоритет на Big Data. Вот. Хорошо. Да. То есть можно стать программистом в Big Data тоже, но это достаточно сложно тоже. Я понял. То есть область для вас более приоритетна, чем конкретная момент, да. функция. Да. Теперь, значит, к вам в какой-то момент приехал папа. Да, через полгода после того, как я приехала сюда. Ровно полгода, что, день в день, 20-го. Вы уже работали. Я уже работала, да. И папа, друзья, тоже стал тестером. И мы даже его снимали у нас на канале. И даже мы однажды были у ребят дома. А вы там же живете или уехали куда-то? Нет, мы переехали. Правда? А где вы теперь? В Redwood City. Ага. А там был самый такой South Сан-Франциско, да? Или что это да, было? Это был Дейли Сити, очень много туманов и очень большая влажность. Да. И там вы же почти у воды были. Да, прямо рядом с парком, очень красивым. Да. Ну, а сейчас Redwood City, вы сказали. Да, Redwood City. Очень, очень приятное место, очень красиво. А какая часть Redwood City? У меня дочка живет в Redwood City. По центру, между 280 и 11. Ну, там между двумя хайвеями. Между ними там Каминер Рил идет. На 84-й. Понял, да. Хорошо, да, там тоже очень приятно. Очень красиво, там, да. Очень уютно, я бы сказала. Красиво, такое вдохновляющие виды такие, я бы сказал, крымские такие пейзажи. Холмы такие, там все так красиво. Ну что же, папа. Папа у нас учился и работал в компании. Вот я помню, сколько, годик? Насколько я помню. Да, он где-то годик поработал, а папе уже, вы у него третья, младшенькая, да? Да. То есть у папы еще две? Двое. Нет, один мальчик. Один мальчик, одна девочка. Один мальчик, одна девочка. Хорошо. Значит, и папа у нас поработал тестером, потом какое-то время он не поработал тестером. Сейчас он снова работает тестером. Ну скажите, где работает папа тестером? В Гугле работает папа. Чего тестирует-то, известно? Да, он телефон тестирует. А, то есть он на мобильных делах? Да. Ну, он на разных проектах бывает, просто последний раз, когда я спрашивала, он тестировал мобильный. Ну, хорошо. А так его могут переносить? Нет такого, чтобы у нас тут в Гуглах, как сказать, дискриминировали по возрасту. Ну, я бы сказала, такое есть в самой этой field, не только Google. Тот, кто не успевает, пролетает, я бы так сказала. Ну, это там, где нужно очень напряженно. Действительно, есть такие места, где все на нерве, звенит все. Но это не значит, что все, абсолютно все в более старшем возрасте пролетают. Это просто некоторым людям нужно больше времени или больше усилий вкладывать.
А да. У некоторых это просто натурально получается, поэтому так же, как и у 20-летних. Хорошо. Вот вы учитесь. Да. Я когда Тане позвонил, я говорю, зритель требует. Вы не знаете, как зритель требовал? Просто вот да. Редкий день проходил, чтобы там не сказали, а где же Таня? Покажите Таню, что же вы прячете Таню? Ни одного человека у нас на канале нет, кого бы так призывно вызывали, значит, наши угу. зрители. Я Тане позвонил, там, и, значит, она сессию собиралась сдавать. Ну, сдали, да? Да, сдала. А в чем состоит американская сессия? Это вот как там, вот тоже какое-то время нужно сдать все экзамены, или это можно как-то так сдавать в течение года? Вот, как нет, это выглядит? Нет. Во всяком случае, в комьюнити колледж, в колледже, в который я хожу, есть неделя или две недели, в основном неделя, в течение которой назначаются неизменяемые даты для экзаменов. Нужно явиться на эти даты и сдавать экзамены. Много экзаменов? Ну, один экзамен на один урок. На предмет? На предмет, да. Хорошо. Но вы сколько сдавали за эту неделю? За прошлый раз два да. экзамена сдавала. Плюс у меня был дополнительный, не относящийся к колледжу. Так а вы в какой ходите в City College? Это, я понимаю, наверное, Сан-Матео, да? Да, Сан-Матео. Это приличный, очень симпатичный. И там люди, которые там преподают, они очень высокого уровня. Потому что вообще в долине те, кто преподают, даже mm-hmm. в City College, как казалось бы, не самый университет, но такая концентрация очень-очень интересных и знающих людей, что... Если честно, да. я заметила, что у людей очень такое предвзятое отношение к City Colleges и вообще к Community Colleges. Но так как я не знаю, какие они из себя в других местах, я видела только Сан-Матео и Сан-Франциско mm-hmm. издали. И они безумно красивые, большие и компетентные, я бы сказала. Ну, я поскольку работаю тут уже там, четверть века в индустрии, я знаю мнение большого количества людей. Mm-hmm. И очень хорошие отзывы были и о Сан-Матео, причем говорят, что это, пожалуй, лучший. И Дианза Колледж, и Фудхилл Колледж. Фудхилл – это часть Сан-Матео Колледж? Часть Дианза. Дианза и Фудхилл, они да. вместе там да, в одной да. системе. В общем, они все очень ничего, да, поэтому как бы это неплохо. А вы, когда там поучитесь пару лет, вы должны будете переводиться куда-то в университет четырехгодичный или как да. это происходит? Да, именно. Но два года – это стандартно, если брать фулл-тайм классы. Да. Если не брать фулл-тайм, если ходить парт-тайм или просто… Это больше занимает времени. Да, намного больше. Так вы как бы делаете такие курсы, которые выбираете, которые ведут к бакалавру в компьютер-сайенс или в какую-то другую область? Пока что компьютер-сайенс, но колледж не дает большого выбора, ну, как бы, чтобы углубиться в этот филд. Когда я переведусь в университет, я надеюсь перевестись на Data Science или на Machine Learning, в зависимости от того, что там будет. Но это, подождите, в этой географической зоне есть, например, филиал Беркли. Да, именно туда я собираюсь. Хорошо. Один из вариантов, куда я собираюсь. Угу. Ну что же, хорошо. А тяжко вот так учиться, работать? Вот все-таки вы фулл-тайм работаете, овертайм небось есть. Есть овертайм? Да, не по деньгам, а по времени. Сверхурочные? Да. А сильно? Много? Нет, в этой компании не так сильно, как в предыдущей, но угу. все равно бывает. Это зависит от периода в цикле релиза. В некоторое время очень свободно, и можно уйти раньше или пойти на appointment, и никто слова не скажет. А в некоторые нужно весь день работать, иногда на выходных. Ну, а папа? Вот он говорит, замучили девочку. Или он говорит, работай, дочка, работай, как папа. Он говорит, замучили, отстаньте от нее. Но это не только из-за работы. Работа на самом деле очень комфортная, я бы сказала, и flexible. Но это из-за комбинации. Очень сложно и работать, и учиться, и получать хорошие оценки для перевода. А, то есть надо еще оценки хорошие, чтобы взяли потом в приличное место. Да. Такой вопрос. Вот учеба в американском там комьюнити колледже. Угу. Вот что это? Это так можно формально так как-то тыр-пыр? Или это надо пахать как пчелка? Или вообще что я там? Я думаю, это очень зависит от места. Я встречала людей, которые работали фулл-тайм и учились фулл-тайм. У них проблем абсолютно не было. И они, у них даже было свободное время. Я не представляю, как это возможно с моим колледжем. Так, у меня в колледже безмерно грузят. И они... В колледжах каждый класс обозначается количеством юнитов. Это
это количество юнитов говорит о сложности классов, в принципе. Uh-huh. Yeah. То есть, допустим, калькулус, прикладная математика, калькулус обычная. Калькулус – это математический анализ по-русски. Да. Uh-huh. Да, наверное. Uh-huh. Спасибо. Вот он бы обозначался 5 юнитов, что самая высшая оценка. Серьезный класс. Да. Да. Но на самом деле очень многие классы, которые не технически сложные, как калькулус, обозначаются меньше юнитов, чем они на самом деле есть. Например, английский, в котором нужно очень много времени проводить, очень много сочинений писать, очень много думать, анализировать, они обозначают в 3 юнита, хотя на самом деле я тратила на это намного больше времени, чем на калькулус. А потому что вы не на родном языке? Если бы вы тут родились, выросли, вы бы тратили меньше времени? Да, я тоже об этом думала, но дело в том, что очень многие люди в классе, которые native speakers, так, тратили больше времени, чем я. А вот такой вопрос. Английский вы что берете? Зачем? Это обязательно для перевода. А, то есть нужно брать? Обязательно, да. Даже больше. Если ты не native speaker, тебе нужно брать намного больше. Я уже закончила почти все курсы, я взяла около 5 или 6 курсов, я чуть с ума не сошла. По английскому? Да, только английский. Не, ну давайте так, так намекните, что там, какие курсы, вот, о чем. Начиная с ESL, это английский для не native speakers. Да. 1 или 2 курса, я уже не помню, сколько я взяла. И там в основном нужно читать книги, писать эссе и учить грамматику и слова. Знаете грамматику-то? Ну да, после стольких курсов, как я не знаю. А вообще люди вокруг, они говорят грамматически чисто или ужас? Говорить, это не имеет значения. Пишут? Нет. Ужас. Потому что очень много иммигрантов, но это не имеет значения особо в имейлах и так далее. Хорошо. Но на высоких уровнях, там, CEO, когда общается, у них никогда нет никаких ошибок. Хорошо. Итак, вы для начинающих, там, English as a second language, пару курсов дальше. Да. Потом идет 2 курса, которые я взяла уже для native speakers, и они больше направлены на мышление, critical thinking. То есть это нужно читать книжки, не просто писать эссе о почему кто-то сделал что-то, а именно нужно анализировать, искать причины, В художественной литературе? Да. А вот те книги, которые дают анализировать, это действительно какая-то серьезная глубокая литература или какая-то поверхностная муть, и думаешь, что-то они тут прицепились? На самом деле, что мне нравится, они выбирают современную, недавно выпущенную литературу, которая была награждена каким-нибудь премиями. Отмеченная. Отмеченная, да. И на самом деле есть о чем задуматься в этих книжках. И они сами по себе очень интересные. Хорошо, очень хорошо. Но обычно за курс нужно прочитать 2-3 книжки. Это за пару-тройку месяцев. Слушай, неплохо, неплохо. Это очень, очень... Между релизами там. Между релизами и другими уроками, да. И как бы сном. Хорошо. Итак, critical thinking, дальше чего? Из английского. Это все, наверное. Хорошо. А еще нужно reading и communication. Communication я брала один. Один нужно взять ESL. Это verbal и reading? Да, такой? Verbal. Okay. Да, то есть это давать speeches, говорить на публику. Да. Я брала один для ESL, который требовался. Скорее всего, нужно будет еще взять один для native speakers. А вот такой вопрос. Вы, когда по мере того, как проходите эти курсы, вы чувствуете, как у вас что-то вливается какое-то? Да, очень много знаний. То есть полезно? Да, конечно, безусловно. Хорошо. Проблема в том, хочу я именно эти знания или какие-то другие. Выйду на пенсию, тоже пойду на курс какой-нибудь, чтобы вливалось. Я не хочу останавливаться, переставать ходить в колледж. Очень много интересных курсов и очень много знаний получаю. Вы немножко недополучили за счет того, что вас выдернуло со второго курса. И вы какое-то время были в отрыве, поэтому вам, конечно, у вас так, кстати, запойное такое состояние сейчас возникает. Хорошо. А что касается по предмету, по специальности, что там у вас? Я только начала брать по специальности. В этот семестр первый курс беру. Какой? Object-oriented. ООП. Программинг. Object-oriented programming. На Java. Но подождите, на Java. То есть это с языком связано, не вообще как-то вот? Ну, это, скажем, теория плюс на практике используем Java. Угу. Хорошо, то есть вам это не сложно тоже? Нет, я уже брала этот курс, и тем более то, что я делала на работе, намного сложнее, чем хорошо. Просто ООП. А что за народ учится по возрасту, вот как какие это люди? Это зависит, я в основном беру классы вечером, когда я брала ESL, в основном были люди в возрасте, большая часть.
Или взрослых, или в возрасте. А я извиняюсь, американцы или там мексиканцы, китайцы? Иммигрантов очень много. Иммигрантов, да. Угу. Когда я перешла на native speaker уровень, то там уже намного больше было молодых американцев и намного меньше иммигрантов. А вот эти пожилые, которые ходят, лет 30, а сколько им там? Ну, 30 не пожилые еще. Так, так. Там есть много взрослых, ну, 30-40. Угу. Есть пожилые, может быть, даже 60. И мне очень сложно сказать возраст, но... Ну, вот как я, есть такие? Да, были. Что ж, хорошо, ладно. Теперь давайте мы подумаем, значит, так, про учебу мы поговорили. Что-то остается в жизни, вот кроме как учеба, работа, вот на что-то вас хватает еще, я не знаю. Да. Рыбу ловите, там, на лыжах катаете. Безусловно, я... Отдыхаю, развлекаюсь, когда есть возможность, или нахожу возможность, когда хочется. Друзья, подружки есть? Да, конечно. С работы, с учебы. Русские, ну, не русские какие? В основном не русские. У меня очень много японских знакомых или знакомых, которые заинтересованы в японском, потому что это один из моих хобби, на который я много времени. Японский? Японский язык. Это давно вы так? Да, это очень давно. Сейчас просто намного больше способов изучение. То есть вы еще после переезда там в Украине? Да, еще в Украине. Но здесь уже все намного серьезнее. У меня даже есть учитель, который находится в Японии, с которой мы занимаемся раз в неделю по скайпу. Так это просто хобби такое, не то, что вам польза какая-то с этого? Пока что, ну, кроме того, что это полезно. Угу. Это, да, это хобби. И для университета это пока что не нужно, но я планирую, когда я переведусь в Берк, у них есть очень интересная программа по переводу в Японию, я бы могла переехать туда и учиться семестр или год, как захочу, да, и потом вернуться. Угу. Тогда я бы смогла намного лучше улучшить свой язык, потому что он безмерно сложный. Невероятно. Хорошо. А у вас есть такое, чтобы, допустим, сняться с папой и махнуть куда-нибудь на Гавайи, там, в Мексику? Ну, в Мексику, наверное, вам еще сложно, да? Ну, сейчас у нас в обоих есть грин-карты, так что мы можем ездить и в Мексику. А в Мексику можно с грин-картой? Насколько я помню. По-моему, можно. Да-да-да, можно. Я помню, что раньше было можно, а потом вот после 11 сентября вроде какие-то сложности начались, я не знаю. Хорошо, значит, на Гавайях. Да. Где вы бывали вот так из таких? Мы бывали на Гавайях, мы бывали очень много раз на кемпинге здесь недалеко, ну, в разных местах. Угу. Мы это очень любим, поэтому... Прям там ночуете в лесу? Да, у нас палатки есть, у нас все, что надо есть. То есть туристы, да, да. Папа, небось, значок как-то, значок такой был. Не советский турист, а какой-то был, нет, какой-то был турист, я не помню, у меня их штук 5 было разных. Все время выдавали, как будто я первый раз в поход хожу. Я спрошу. Какой-то был, да, не помню, ну, неважно. Ладно, а там вот дома вы тоже в походы ходили? Или это, да, ходили, мы очень любили походы, но это было намного сложнее, у нас никогда не было машины. И очень долго занимала вся дорога, и, ну, да, весь день, весь поход, ну, скажем. А я помню, что когда вот я к вам тогда приезжал, в Тбилиси, у вас тогда не было машины, вы как-то на автобусе, что ли, добирались? Да, еще не было машины. Да, и вы еще, или там, я говорю, а как же, иногда там с работы кто-нибудь забросит там. Да, в основном, это было очень тяжелое время, очень сложно было добираться на транспорте здесь. Насколько я знаю, по сравнению с другими частями Америки, здесь намного больше транспорта, но тем не менее сложно добираться. И долго? Да, я жила в такой местности, в которой добираться до моей работы мне нужно было 4 вида транспорта. Поэтому это на каждом из них я проводила немного времени, но... А так дождаться же надо еще между ними? Да, там... мне нужно было... У меня было только одно расписание, в котором все примерно рядышком как бы стоят, и я не тратила слишком много времени. Это было связано с тем, что денежка нужна, или вы боялись, или что такое? В смысле, боялись из-за машины? Боялись сесть за руль, да. Нет, ну, сдать на права еще надо было сдать. А. Я никогда не ездила до этого. До переезда в Америку я в машине сидела, может быть, 3 раза за жизнь. Так, а папа? Папа водил раньше, но очень давно. Так он тут, есть права у него здесь? Сейчас, да, есть. И машина есть? И машина есть. Ну, сейчас хорошо. У нас у обоих есть, да. То есть вы оба такие, как бы сказать, не бесколесные теперь? Да. Ну что ж, хорошо. А вот ваши брат и сестра старшие, они где? Они в Израиле. С мамой? С мамой, да. Угу. А как им там? То есть вот они же все-таки
не то, чтобы они какие-то там сильно там евреи по крови или там, не дай бог, в синагогу ходили. Вот они, у них нет там такого ощущения, что они не совсем дома, там как-нибудь так? Нет, им на самом деле безумерно там понравилось, и их там очень приветливо приняли, и очень тепло. И я не думаю, что они когда-нибудь захотят переехать оттуда. Окей. То есть у нас мама, у мамы папа был еврей, то есть да, мама, папе наполовину еврейка, они уехали. А дети вообще четвертинки. Да. И они все снялись, они не замужние. Не семейные. Моя сестра вышла только-только. Тоже в Израиле? Да. Хорошо. То есть им там понравилось. А как же вот язык такой нетривиальный? Ну, они туда переехали и что-то вроде асайлома делали. Ну да, да. Вот. И им государство дало сумму денег и, скажем, свободу на какое-то время. Они могли не работать и ходить учиться. Там есть специальные, очень хорошие продвинутые программы по изучению языка. То есть они прям жили в Улюпане или... Нет. Им дали деньги, и на эти деньги они жили. Адаптируются. И, да, и ходили в Ульпан. Хорошо, хорошо. Ну что же, то есть они так с ивритом разобрались немножко? Да. Сестра и брат, и мама. Вы с ними в скайпе там общаетесь? Да, периодически общаемся. Они могут вас проведать? Да, когда у них все там уладится, они обязательно приедут. У них уже есть паспорт? Да, есть. То есть они недавно получили этот загранпаспорт. Израильский паспорт позволяет безвизовый въезд или надо получать визу? Насколько я знаю, надо получать визу. Но мне можно без визы туда ездить. Да, без визы, но вам надо сначала паспорт. Ну, у меня есть паспорт украинский. А, с украинским можно без визы. Да, и с украинским, и с американским, насколько я знаю, можно без визы. Да, может, с американским точно можно. Угу. Да, я туда уже ездила 2 раза. Слушайте, так вы 4 года уже с грин-картой. Да. В следующем году. Вам через годик уже гражданство можете получить? Да. Хорошо. Вы у нас тут часто выступали на канале, наверное, 4 или 5. И как-то так вот вы участвовали в общественной жизни на форуме «Говорим про ЕС». Было такое? Как-то вы там, какая-то у вас кличка была? Не помню. Оки, чего-то такое, я не помню. И коротенькая такая была. Тайоли? Тайоли, да, что-то такое. Наверное, Тайоли. Да. Но вы вышли как бы из такого из социальных сетей, так вот все дома или как? Я еще захожу в социальные сети, но не в те. Я, допустим, на Фейсбуке или ВКонтакте, но на форуме я не общаюсь. Ну да. Уже очень давно. Ну, потому что там люди, которые больше интересуются тем, как приехать и обустроиться первое время. На самом деле, как только я переехала, было очень сложно следить за всеми сетями. Нужно было устраиваться на работу, нужно было все организовывать, поэтому как-то забросила и не вернулась. На форумах часто люди говорят, а что ж такое-то, вот он там раз и исчез. Или там вообще люди приехали, исчезли, и ни ответа, ни привета, а как, что, чего. И они просто не понимают, что поскольку фокус сдвинулся, то уже ему на форуме, ну он может, конечно, как донор, да, там что-то такое рассказывать, но в общем-то у него очень много вопросов еще есть. И новые возникают, и он идет туда, где можно ответ получить. Ну что же, хорошо. А вот то, что вы у нас там выступали иногда на канале, у вас была какая-то популярность, вот там на улице вас узнавали, может? Да, было. Меня узнавали несколько раз, да. Я помню, даже девушка, с которой я работала, мы с ней познакомились в магазине, так. Она подошла ко мне и сказала, о, я видела тебя на канале. Русскоязычная девушка? Да, Юлдуз. И потом... Подожди, Юлдуз, которая... Да. Из Оракла. А, да. Понял. У нас Юлдузов, знаете, сколько тут было? Ой. Насколько я помню. В любом случае, мы с ней жена вместе... Жена Тима. Не знаю. Не суть. В общем... Одна из Юлдуз. Да. Она просто перешла в другую компанию. Я забыла, куда. Ну, мы с ней пошли... Обе пошли на... одинаковый интерншип, и нас взяли... Да, это другая Юлдуз, я понял, о ком речь. Да, да. И нас взяли в один и тот же день. Это был такой сюрприз, как мы встретились и как мы оказались на одной и той же работе. И проработали очень много времени и очень сдружились. Так вы сейчас дружите? Мы сейчас не общаемся. А чего? Ну, как-то разбежались. Бывает, Будем, я думаю, я уверена, будем рады друг друга видеть, но как-то, наверное, жизнь закрутилась. Закрутилась. Когда мы только приехали,
Вот одно из первых впечатлений, там мы разговаривали с нашими однокашниками, тут их много было уже. И там, с этим ты дружишь, с этим дружишь, с этим дружишь. И там девочка одна говорит: Миша, понимаешь, говорит, мы дружим. Говорит, ну, просто должен понять, что дружим. Это может быть не так, как вот мы там в Москве дружили, а это значит, что там периодически где-то на автоответчике оставишь сообщение. Интересная дружба. Тогда еще были автоответчики, сейчас это будет voicemail. Да? Вот, поэтому немножко меняется, напряженнее жизнь становится. Ну хорошо, творческие планы какие у нас? По работе? С базами данных мы поняли, да, с Big Data мы поняли. Значит, с учебой мы тоже поняли. Ну, а вот как бы на долгосрочной перспективе, вот я не знаю, там… Япония. Ну, побывать в Японии или прям совсем в Японии? Не, побывать сначала, посмотреть, как там. А там я не могу так надолго строить планы. Скажем… Ну, хочется чего-нибудь? Хочется особенного чего-то. Хочется… Да. Очень тянет к японской культуре. Но я еще не знаю, понравится ли мне Япония изнутри, я же никогда там не была. Да. А так поеду, посмотрю и… Будете так техникой? Пойдем. Я и так техникой. Да. Можете так? Хорошо. От души? Да. Все, что я делаю, от души. Ладно. Так, а нет каких-то планов по перетаскиванию там остатков семьи в Соединенные Штаты? Ну, это зависит от их желаний тоже. Сначала я хочу, чтобы они сюда приехали, посмотрели, как здесь. И если они счастливы в Израиле, то они должны остаться в Израиле. А если они хотели бы сюда, было бы… Больше того, конечно, если бы они хотели бы сюда, да, с израильским паспортом, то это тоже почти невозможно. Да. Ну, как? Ну, статус беженца им не дадут, значит. Угу. А, нет, ну подождите, они могут воссоединиться с папой. Нет, им уже за 21. Это просто очередь длиннее. Ну да, скажем. Или со мной. Обычно… С момента моего приезда в Америку это где-то 14 лет для сестер и братьев. То есть 5 лет для гражданства, а потом еще это лет 7. Если они не семейные? Или семейные тоже? Если сестра или брат. Независимо от их семейного статуса. А, этого я не помню. Это может изменить картину. Да. Я смотрела, наверное, 3 года назад, я уже забыла. Но на самом деле это не от момента, как вы въехали, а от момента, как в очередь стали. Ну, я думаю, так. От момента, как стали в очередь, где-то 7 лет. То есть я посчитала от момента, когда приеду, потому что я начала считать время, когда я могу их забрать. Я понял. То есть 5 лет плюс вот эта очередь. Значит, вам 21, а брату и сестре? Ну, на 3 и на 6 лет старше. Молодые еще совсем. Ну что же, Танечка, а вот люди, которые нас смотрят, вот, может быть, вы им что-нибудь такое скажете, как бы сказать, вот то, чего я, например, не могу сказать, в силу того, что я другими делами занимаюсь, из другого окошка смотрю вокруг. Понимаете, у вас свое окошко, вы там туда глядите, а я сюда. Вот что-нибудь из вашего окошка такое, может быть, предостережение какое-то, а может быть, наоборот, вы хотите как-то их поощрить, может быть, не так страшен черт, как его малюют. Я так чисто спекулятивно. А какой черт страшный здесь? Ну, не, они, я Америка, не знаю. Америка, в общем, они, или… Вот приедут сюда, а здесь люди неискренне улыбаются. А, или они приедут сюда и никогда не станут своими в этой стране. И приедут сюда, а кому они тут нужны? Ну, неискренняя улыбка – это, скажем, это культура. Она искренняя, просто у нее другое значение, я бы сказала. Это не то, что снимая фартук в кусты пошли. Да-да, я помню эту шутку. Это не шутка, это в жизни было. Ну, да. Я помню, в первое интервью вы сказали эту шутку, я… Да-да, это не была шутка, это в жизни произошло. Да? Да, он говорит, что мексиканка ему улыбалась в кофешопе. Так улыбалась, я говорю, как? Он говорит, ну вот если бы у нас, говорит, так, там, в Пинске улыбалась, говорит, все, говорит, снимай передник, пошли в кусты. Вот, и… Да. Да, поэтому они как бы улыбаются неискренне, но желание такое снять передник получается. В общем, тут надо осторожно с этим, с передником. Может быть, с людьми с таким менталитетом нужно быть осторожным. Это тоже. Ну, знаете, с непривычки. Ну да. Человек своим аршином привык мерить, конечно. Да, так, я бы сказала… какие-то вот, может быть, напутствия? Я бы сказала, это не зависит от страны. Когда переезжаешь, всегда есть такой страх, ну, не влиться или не быть своим здесь. Но я бы сказала, во всяком случае, Bay Area — это часть Америки, очень приветливо и очень… Намного легче стать своим здесь, чем, скажем, в Центральной Америке или где-нибудь в консервативной Японии или еще где-нибудь.
Есть такой, знаете, анекдот, как разведчика долго готовили в ЦРУ, забросили в Советский Союз, там куда-то в глубинку, и он там идет, там, и бабка какая-то там на тропе лесной. И он говорит, бабуля, говорит, где там Ивантеев кто-то? Она смотрит на нее, ой, говорит, шпион американский. Она говорит, да нет, ты что, бабка, я что-то Василий там из вот там, из Петрова, там, Скворечникова. Нет, говорит, шпион, шпион. Ой, говорит, как интересно, шпион американский. Ну, и он говорит, ну хорошо, шпион, говорит, ну как ты, как можно так сказать, глядя на человека? А говорит, милый, говорит, так у нас тут негров-то отродясь не было. Вот, поэтому. Ну да, да, именно. Я бы так и сказала здесь. Да, поэтому я что хочу сказать, что такого контраста нет. Да. То есть вот приехал, и тебе все говорят, угу. Там шпион российский, или угу. там от Порошенко засланный. Да. Нет, такого нет. Здесь такой микс, очень много разных людей, и никто не удивляется, увидев нового иммигранта, я бы так сказала. А я бы сказал, даже радуется. Угу. Ой, ты откуда? Да, и я всегда, когда вижу, мне так интересно, так много разных людей, разных национальностей. Никогда не думала, что я узнаю столько всего про мир с первых рук. У вас никогда не было ощущения, что вот так смотришь вокруг и чувствуешь себя, как в сериале «Стар Трек»? «Стар Трек»? А, ну есть такой сериал про… Да, я слышала, я просто не смотрела его. Про звездные дела. Ну, а я вот, когда мы только приехали, было только бесплатное телевидение у нас, и вот мы… И там шел этот «Стар Трек», который, может быть, уже там 20 лет назад шел, но вот мы смотрели это все в такой эстетике 60-х, 70-х. И вот они там все разные были, с ушами, с носами там какие-то. Да, я иногда иду по улице или нахожусь на работе, и неожиданно я… Узнаю realize. Я думаю на английском. Неожиданно я realize, что все такие разные. Я, сначала у меня такое ощущение, что я нахожусь как бы дома или в своем месте, поднимаю глаза и вижу, как много разных людей из разных мест, и я бы никогда раньше не подумала, что я окажусь здесь. Да. А нет такого ощущения, что как бы не одну жизнь прожили, а уже две как бы? Такого я нет? Не помню прошлую жизнь. Слава помню. Скажем, а как же, вот же ребята в институте там, нет? Нет, конечно же, я помню своих друзей, но, скажем, та жизнь у меня в голове сейчас кажется очень короткой и очень быстро пролетевшей. А здесь каждый год настолько интенсивный, настолько сложный, что каждый год как новая жизнь. Ребята из университета, которые с вами учились там на прикладной математике, они уже закончили, правда же? Да, закончили. Уже, может быть, работают. Они разъехались или так они в Донецке и живут? Не, они разъехались. В основном. Есть люди, которые остались в Донецке и тоже работают, и тоже достаточно хорошую карьеру себе делают. То есть есть работа? Да, я удивилась, есть. Есть в некоторых местах, насколько я знаю. Угу. Но то есть именно программируют или да? Да, 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 именно по специальности. Но многие, очень многие уехали или в Россию, или в Киев, во Львов, куда-нибудь в ту часть. Угу. И тоже в основном все понаходили работы. Во всяком случае, те, с которыми я общалась. То есть эта работа есть? Да. Ну что ж, хорошо, Танюш. Так вот если человек собирается в Америку, вот может как-то ему подготовиться, ну кроме английского. Английский мы все понимаем. А вот кроме английского, чего бы еще вот надо так, чтобы… Вот глядя на папу на вашего, например, когда же постарше человек, там, скажем, 45 лет человеку, вот чего ему нужно, кроме английского? Хотя ему и английский, может быть, проблем тоже, но вот кроме английского, что нужно? Желание, а как сказать, открытый ум. Open mind. Да. Я пытаюсь перевести. Перевели, да, хорошо. Да. Ну, основная часть – это английский. Если не касаться этого вопроса, то просто… Может быть, я бы сказала, план на первое время. Знать, куда ты едешь и зачем, и что ты будешь делать вначале, чтобы выжить и вывести себя с колен на ноги. Даже если этот план, может быть, не обязательно сработает в таком виде. Да. Ну хотя бы какой-то план нужно иметь, иначе, ну, приедешь ты и что будешь делать. А вы считаете важно вот ехать куда-то, где есть какие-то люди, которые тебя ждут, которые там тебе заинтересованы как-то, не знаю? То есть искать друзей по форумам, может быть, социальным сетям, или просто вот выбираешь точку, говоришь, мне там, мне хочется туда, и поехал. Я думаю, если есть желание, хочется куда-то, да. И желание сильнее, чем желание быть с кем-то, как ты знаешь, нужно ехать туда. Но если есть помощь, это всегда очень хорошо. Ну, вот то, что вы у нас в школе учились, вам дало какую-то адаптационную площадку? Это мне безумно помогло, это, скажем… Ракета у меня дала, не площадку. Друзей нашли. Были друзья? Круг общения был? Да, конечно. Но в основном это
скажем, дали мне начальную дорогу в эту жизнь, в эту карьеру. А трудно было, вот пока в школе было трудно, вот этот период времени тяжелый? Не в смысле предметов, которые мы учим, а в смысле вот... Сам период? Ну да, вот приехал. Я была безмерно счастлива в этот период. Это как бы еще тот сладкой ваты период, когда приехала в другую страну, все такое красивое, все такое хорошее, все такое нестандартное и намного лучше, кажется. Но вы еще как бы впервые оказались, да, во взрослой жизни, да. То есть сама по себе. Был страх насчет денег, потому что деньги уходят, а работы еще нет. Поэтому я выскочила со школы, как только у меня была возможность. Но вот то место, куда вы вас взяли, там и год держали интерном. Да. Вот те там, может быть, я не знаю, сколько там, $15, может да. быть, вам давали. Вам хватало на жизнь? Да, конечно. Мне хватало, пока я была одна, это было вполне достаточно, и я не жаловалась. Чтобы с румейтами жить там хватало? Да. Но цены растут все время, и если уже двое, уже намного сложнее. За это время цены на жилье, на аренду удвоились просто? Да, это сумасшествие. Вот такие, как вы, приезжают, начинают зарабатывать миллионами, и ссорят деньгами, ссорят. Я б не сорила. Ну да. Ну что ж, Танечка, спасибо вам большое. Ребята, Танюша вот в своем напряженном расписании выбрал для нас время. После работы приехала, да? Вместо того, чтобы английский там изучать или C++. На этот семестр хватит английского, я закончила с ним Java. Все. Хорошо. Да. Java и физику. И физику. Танечка, давайте мы с вами тогда прощаться не будем. Давайте не будем. А вы так периодически это, не пропадайте. Я смотрю, тем более вы так внешне меняетесь. Прямо, я не ожидал. Я думаю, придет Таня, они такие сетки с яблоками. А так уже такая взрослая девушка, смотри, прям 21 год. У меня жена в 21 год нашу дочку родила. Да? Да. Ну, ей было почти 22, а мне было почти 23. Да, видите, как меняется. Ну что же, хорошо, давайте еще раз. Всем привет, кто смотрел нас. Те, кто еще не поставил лайк, друзья, у вас есть возможность поставить его прямо сейчас. Вот, поставить лайк и написать что-нибудь хорошее. Вот, потому что написать чушь собачью может каждый. А хорошее написать надо. Это точно. Особенно грамматически правильно. Нет, давай, это мы, друзья, это, знаете как, это бонус. Хорошо, Танечка, давайте мы так помашем так и скажем. Все, ребят, до встречи, до скорой встречи. Пока.